Тверь на этой неделе превратилась в столицу оперного пения. Более сотни вокалистов из разных стран приехали в областную столицу на третий международный конкурс имени Сергея Лемешева. Обо всех тонкостях конкурса от участников и членов жюри узнала Наталья Чекит. Василиса Савкина приехала в Тверь из Чебоксар. Девушка принимала участие в первом конкурсе имени Лемешева, но тогда пройти в следующий этап не удалось. И в этом году она решила испытать свои силы вновь. К слову, девушка имеет достаточно редкий тембр голоса – меццо-сопрано. Да, все очень позитивно. То есть ребята все классные, жюри все замечательные. Никто тебе тут не страшно, в общем, находиться в гримерках, воду спокойно оставляешь, скажем так. То есть все очень приятно. Замечательные концертмейстеры. Моя Виктория Иванова просто вообще гений и бог, мне кажется. Она все время на арене, и такое качество игры, очень было с ней приятно выступать. По мнению губернатора Игоря Рудени, творчество Сергея Лемешева неразрывно связано с русскими музыкальными традициями. На Тверской земле много талантливых молодых исполнителей, для которых пример Лемешева является источником вдохновения. Один из них – бас-баритон Юрий Фельдшеров. Он вырос в Твери, а сейчас учится в консерватории Санкт-Петербурга. Рассказывает, что для участия в конкурсе долго собирался с силами. Очень сильные голоса, очень сильные ребята. Я удивлен. Конкуренция очень серьезная. Я сужу вот по Санкт-Петербургу. Конкурс организован в несколько этапов, на которых участникам необходимо показать красоту своих голосов и отточенность их звучания. Немаловажно подобрать подходящий репертуар, который раскроет всю палитру голоса. С каждым годом число желающих продемонстрировать свои навыки растет. И перед членами жюри стоит непростая задача – выбрать лучших из лучших. Голос – это прежде всего технику владения пением, на репертуар правильно подобранный. То есть это целый ряд таких критериев, которые без них невозможно определить певца. Когда человек выходит зажат на сцену, естественно, моментально отражается голос. Когда человек выходит на сцену, он, как говорится, как рыба в воде плавает, да, получаем удовольствие. Мы сами артисты и сами бывшие конкурсанты, и прекрасно знаем, что такое выходить на конкурс. Конкурс оперных певцов имени Сергея Лемешева носит международный характер как среди участников, так и членов жюри. Оценивают навыки конкурсантов представители из России, Германии, Китая и Белоруссии. А талантливые вокалисты приехали в столицу Верхневолжья из Китая, Монголии, Казахстана, Белоруссии, Абхазии, Молдовы и Италии. Хао Лянзе приехал из Китая, живет и учится в России уже 5 лет. Рассказывает, что в конкурсе принимает участие в третий раз. В прошлом году дошел до финала. В этом году я опять пришел. Хочу попробовать получиться место. Ну, я знаю, это сложно. Еще в этом году очень много хорошие вокалисты. 7 июля на сцене Тверского академического театра драмы состоится гала-концерт финалистов конкурса в сопровождении оркестра. Лауреаты и дипломанты исполнят свои лучшие номера. Также пройдет награждение победителей конкурса.